Вас приветствует канал Вячеславич. Сегодня буду делать паштет из печени налима. Вот печень налима. Но печени, конечно, немного налима. Мы добавили печень другой рыбы. И вот у налима были такие молоки. Вот. Мы взяли одну молоку, такую большую. На это количество печени нам нужно будет луковица одна и две морковочки. Сейчас лук пошинкую, морковку потру на крупной терке и буду резать печень с молоками. Лук порезал, ну как на разжарку обычно мы делаем. Ставлю на печь, буду слегка его обжаривать и начну крошить морковку. Жарится. Морковочку потер на крупной терке. Терка еще раритетная. Цена 96 копеек. Еще моя бабушка терла на этой терке, вот перешла по наследству. Какое качество раньше было при Советском Союзе. Сейчас лук слегка обжарю, добавляю морковку, будет тушиться. Лук припустил немножко. Так, все это делается для того, чтобы вкус был. Не просто лук, но лук обжаренный. И немножечко его припустил. Он стал вот желтенький, желтеет. И добавляю туда же морковку. Пока лук с морковкой обжариваются, режу молоки. Вот такие небольшие. Не тот ножик. Но такие небольшие кусочки. Налил маслица чуть-чуть и складываю на сковородку. Все это дело буду обжаривать. Ну, печень и молоки, они не жесткие, ничего, их надо немножко поджарить на огне. Так, все жарится, все шкварчит. Эту надо припустить, чтобы просто мягенькая была морковка, мягенький лучок. Здесь тоже жарится, тушится. Надо теперь печень и молоки посолить. Солим по вкусу, кого какой вкус, кто хочет. Я солю еще заодно и морковку с луком, потому что потом досаливать в паштете, а она морковка сладкая, я ее подсаливаю сразу здесь, пока она тушится. Все, лук с морковкой потушились, печень дожарилась, выключаю. Все хорошечно и выношу все это на веранду остывать. Все остыло, теперь лучок с морковочкой кладем, туда кладем печень, опять лучок с морковочкой. И печень. Все складываем в миксер. Не знаю, что за миксер. Написано Бутлер 2. И будем измельчать. Получился вот такой паштетик. Пробуем. Надо попробовать на соль. Соль. Хорошо. Печень прям такая вкусная. Прям вкус печени только.
Теперь раскладываем по баночкам. И будет у нас бутерфиш. Все, получилось 2,5 банки паштета. Натуральный паштет. Ничего там, никаких ингредиентов, химикалиев нет. Только морковка, лук, масло растительное, половина молоки налима, одна печень налима и одна печень от судака или от леща. И вот 2,5 банки. Вкуснейший, полезный паштет. Как-то вот так в Калининградской области мы делаем паштет из рыбы. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, ставьте палец вверх, и будет у нас с вами все хорошо.